Всем добрый день, мои дорогие подписчики. Сегодня у нас три посылочки из Китая. Давайте же начнем их вскрывать. Давайте первую вскроем эту. Я ее уже привскрыл, так как не знал, что здесь. Здесь у нас написано что-то непонятное и оценено в 10 баксов. Здесь у нас пришли лезвия Gillette Mark 3. Так, здесь еще должно быть 16 штук. Покупал очень давно, наверное, месяца 3, но все там не возвращал деньги, продавец говорил. Сейчас придут. Отправлял он без трека, и в итоге я поверил в продавца, и продавец отправил. У этого продавца я покупаю уже не первый раз. В принципе, вот этот жилет, это вещь, которая у нас стоит намного дороже, чем в Китае. Но в Китае могут попасться просто откровенно фигня. Я уже покупал один раз чуть подешевле, но у другого продавца, и лезвия оказались просто фигней. И после этого я решил заказывать только у одного продавца. Ссылка на продавца будет в описании. Так, вот такая вот первая посылочка. Теперь давайте перейдем ко второй. Здесь у нас написано какой-то USB сигарета вообще написано. Вот это прикол, я вроде сигарет-то не заказывал. Давайте посмотрим, что это. Так, что это может быть? А, это у нас это самое. Ой, зажигалка-прикуриватель или как-то так. Через USB, короче, она у нас заряжается. Так, как она у нас? Вот. Такая вот вещь. В принципе, стоит она достаточно недорого. Рублей 100, в принципе. Заряжается она как-то, вот. Засовывайте в ноутбук, в пауэрбанк или в сеть и заряжайте. Вот, кто курит, хоть курить, конечно же, и не надо. Это все плохо, но вот... Если кто курит, такая вот вещь, в принципе, прикольная вещь, наверное, прослужит она недолго, но все же сэкономят деньги на зажигалках, возможно. Второй гаджет тоже добирался достаточно долго. И последнее написано, necklace. Такая вот очень маленькая посылочка, и там вообще непонятно что. Так, прорежем тут, и тут вообще непонятная фигня. А, во, такую вот подвесочку меня просили заказать, да. Думаю, многие поняли, из чего это. Это у нас из голодных игр вроде, или как-то так называется. Вот такая вот цепочка. Такая вот она металлическая, прикольная. Кто фанат этого фильма, то, конечно же, заказывайте. Стоит она там вообще дешево. Выглядит прикольно, такая вот цепочка. Ну что, вот такие вот быстренько распакованные три посылочки из Китая. Если вам понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, дальше будет точно интересней. Всем пока!